Приветствую на канале AsmodeePlay, мы продолжаем играть в Lara Croft. Итак, мы, блин, столько всего прошли. Это крыса. Всего лишь крыса. Где-то еще. Прям слышу, что где-то что-то происходит. На. Так. Так. Понятно. Еще чуть-чуть. Блин, ну без винпетрижа никак, да? Ну ладно. Нырять надо. У нас выхода-то нету больше тут. Находясь под водой, нажмите, чтобы плыть быстрее. А, вот. Может, не в ту сторону поплыл? Понятненько. Не, вылазь. Где-то что-то было? Опа. Не.
Это я куда ползу? Так. Понятно. Да, блин, вот сейчас опять прыгать здесь. Так. Мне потом обратно надо будет, потому что не может быть так, что она здесь так просто стояла. Давай. Опа, мультик. Да ё-моё. Вот так. Так. Ладно, я покуда-то по одной из этой двери зашел, они уже закрылись. Давайте смотреть, что я тут могу сделать. Да мать его, прыгай давай. Так. Не понимаю, куда мы тут. Куда-то сюда, да? Нет? Так. Ну-ка, давайте идем к колонии.
Так, ладно. Ладно, хоть патроны взяли. Так, сохранить. Вон оно, что, Михалыч. Ну-ка попробуем. Блин. Ладно. Советую поспешить. О, там еще что-то было. Вон. И еще патроны. Ладно. Залазь. Говори сразу. Ладно, как там забирать, потом посмотрим. Может, на обратном пути. Смотрим, что у нас. Пройти, посмотреть. Давайте посмотрю, пройду, попробую. Ничего страшного, потом подняться-то, по крайней мере. Легче можно будет подняться. Водичка капает, нет? Или паучок, или что это? Что-то было. Ага. Да это не важно. Вон откуда прыгать надо. Понял. Вот видите. По крайней мере, мы хотя бы увидели это. Только сложно это или не сложно, я не могу вам сказать. Раз. Посмотрим. Так. Так.
нам попасть туда. Как-то через верх. Ладно. Вообще не рядом. Нет, нет. Тут наверняка есть. Тут наверняка есть ключ, который позволит мне попасть. Понятно. Потом оттуда он мне, получается, надо будет, да? Всех перекрашу. Вот так, разработчики об этом не позаботились. Вот она хитрость. Ладно. Его. Ага. Так, ладно. О. Мне вон ту надо клетку забрать. Я так думаю. Сюда. Пойдем, пойдем. Мать его. Да стой, стой! Ё твою ж то. Никакой, мать его, физики. Давай. Взял. Мумунька нет.
Вот так. На! На! Все, теперь в безопасности. На! Блин, вот так-то нифига, тут это круголя-то можно нарезать-то. Налево, направо. Ну, с другой стороны, если у тебя компьютер дома. Это ладно, в компьютерном клубе ты там, это, на время. А когда дома, можно и не спешить. Идем. Открыли. Итак, вот мы на крыше. Ну, сейчас там у меня вообще прямо таки выбора не будет. Давай. Не туда. Ладно. Развернуться поди надо. Сейчас узнаем. Вот так. Скорее всего, даже так и надо было сделать. Нифига не так. Ну ладно. Немножечко. Сейчас опять там все это далеко идти. Но зато я еще увидел одну штуку, которую там тоже вон запрыгнуть только с кольца можно. Да. Далековато это за ваши ошибки, которые вы будете делать, вот такие вот наказания. Давай. Немного не понимаю, зачем такие вот сложности. Может, просто хотели сделать получше, но получилось-то, блядь, как всегда. Что бывает не всегда хорошо. Ладно. Вон, видите? Взять или не? Я думаю, не надо брать. Хотя, как не надо-то? Вообще не так. Вот могли бы как-то упростить вот этот момент. Да пошло оно нахрен.
Оно мне, как сказать, ничего не дает, то, что я все беру. Ни силы, ни здоровья не прибавит. А времени не займет. Вы знаете, где она находится. Так что, если хотите пройти на 100% игру, конечно, можете пособирать. А я сейчас попробую найти вход дальше. Это посложнее будет. Опа. И туда. Сюда. Допрыгну. Ни хрена. Только если с тарзанки. Да не понимаю. Куда я должен тут прыгать-то на тарзанке? Ну-ка, тихо там. Наверх я должен запрыгивать туда, в любом случае. Почему вы так усложняете в этом, как сказать, эпизоде, что вот надо перепрыгнуть там, что с мечами было, хрень, что тут тоже, неважно, блин, спешу. Давай, Томми, о, вот так. Ой. Да мать его. Отчаянная девчонка. Так. Есть только вот такой шанс. Получилось, а почему? Я уверен, что где-то там он должен быть. Может, мало раскачался? По идее, многие люди уже бы забросили бы такую игру.
где вот так вот бегать кругами из-за того, что... подлагиваться. Даже не подлагивать, как правильно сказать. Смещает. Так. Ух ты. А я что-то нашел. Вау! Вот, ну наконец-то 50-го калибра. Так. Вот так. Так, уже хорошо, так я сохранюсь. Ну и нахрен я потом бегать опять так не собираюсь. Ага, сюда, сюда. Так, я где-то здесь. Вот так. Что-то опять не то взял. Так, ладно. Идем. Блин, и карты-то нету, чтобы посмотреть, куда я, собственно, движусь. Так. А другой туннель куда вел? А другого и нет туннеля. Вот так. Вот так. Прошел. Да. Так. Что мы тут имеем?
Да иди твою мать! Первый-то раз зацепилась, что второй-то раз не цепляешься. Да? А ты... Колупнитесь вы от меня. Так, ладно. Что, почему огорошено? Вот отсюда надо было отстреливать. Ну ладно, так. Открыть открыли. Мидас. Сейчас закроется. Ну-ка. Что у нас наверху? Понятно. Еще от кого-то отстреливаться можно, да? Ah!
Так. Так. Что случилось? Найди предмет свинцовый брусок. И все. Господи. Так. Что-то там веревки какие-то были. Цепи и кольца. Ну-ка сейчас посмотрим. Что там, что там? И там кольцо. Мать его, мне что-то бегать, что ли, придется? Спокойно. Давай без истерик. Нет, ладно. Мать, лететь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На ее на пустом месте.
Блин. Так, ладно, теперь мы, по крайней мере, знаем, куда нам. Да не туда, а сюда нам. Вот так. Давай. Вот так. Это я куда забрался вообще? Блин. Допрыгнуть-то я не могу. Нет, нифига не так. Расшибиться надо. Да как так-то? Я еще даже не знаю, зачем я туда лезу.
Так, куда не прыгаем? Так. Опаньки, ага. Как-то так. Туда я не буду даже пытаться прыгнуть. Так. Ну пойдем, пойдем, посмотрим, что там. Опаньки. Еще одну дверку открыли. А вот так и надо дверки-то открывать. А так бы назад пошел бы. И чё? Давай ставим. Нет. Нет. Ну что, свою мне? Нет. Нет. Откуда? Больше вроде некуда вставлять. Итак. А дверь закрылась, это открылась. А это меня куда ведет? Подождите, так я же отсюда только вышел. Точно больше дверей-то не было.
Ага. Вот эта дверь поди открылась. Наверное, она открылась. Да, огня не было. У меня еще огня не было. Там такой же туннель был, но без огня. Тут с огнем. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. And come.